Привет, друзья! Меня зовут Ирина, и вы на канале Ирина Кукин. Сегодня у меня для вас рецепт восхитительного лосося в соусе терияки. Тем, у кого есть готовый соус или маринад терияки, нужно просто замариновать в нем лосось. Ну а тем, у кого его нет, я покажу, как можно быстро и просто приготовить дома аналог такого соуса. В сотейник налейте 50 мл соевого соуса и 25 мл воды. Если соус у вас слабой концентрации, можете брать в чистом виде, 75 мл. Сюда же добавьте столовую ложку 25 граммов коричневого сахара. Если нет коричневого, берите обычный белый. Сюда же чайную ложку меда. Если боитесь греть мед, ну, замените тем же сахаром. Сюда же натрите сантиметр свежего имбиря и зубчик чеснока. Сюда же добавьте чайную ложку уксуса, в идеале рисовый. В реальности можете заменить на яблочный или обычный столовый, только нужно чуть меньше. И чайную ложку кунжутного масла, опять же в идеале. Если нет, берите обычное растительное. Сюда же добавьте чайную ложку крахмала. Хорошо перемешайте, главное, чтобы крахмал размешался, ну а мед нагреется в процессе. И теперь на плите доведите все до кипения и загустения. Можно делать без крахмала. Тогда нужно взять 2 раза больше соевого соуса и упаривать его до половины объема. Конечно, это будет такой домашний вариант а-ля терияки, но это очень похожий вариант, и рыба получается очень вкусной. Когда соус закипел, нагрев убавьте и пару минут его проварите. И выключайте нагрев. Соус готов. Осталось его только процедить. И когда соус остыл, я беру уже нарезанное филе лосося. У меня здесь примерно 900 граммов. И добавляю соус. Я вылью весь, ну а вы смотрите по количеству рыбы. Теперь аккуратно, месить рыбу не нужно, смажьте каждый кусочек. Почему я сказала, что соус а-ля терияки? Ну, потому что настоящий соус, он содержит довольно много экзотических ингредиентов, которые у нас купить трудно. Туда добавляют лемонграсс, потом туда идет мирин, такое розовое вино. Есть вариант из саке. И вот так оставлю, пусть постоит. Поставьте на плиту кастрюлю с водой, доведите до кипения. Разберите брокколи на соцветия. Вот такой ствол у брокколи, кстати, можно очистить, сполоснуть и съесть. Также я беру тыкву и нарезаю ее мелким кубиком. Но мелкий для тыквы это примерно 1-1,5 сантиметра. Обожаю эту тыкву в форме бутылочки. У нее так мало семян, ее очень удобно резать. Я не очень хороший садовод, поэтому плохо разбираюсь в сортах. Вот скажите толком, что это за сорт, потому что я нахожу все время этот сорт под разными названиями. Вот так. Можно включить духовку. Я буду включать верхний гриль и вентилятор и разогревать до 220 градусов. Когда вода закипела, я ее подсаливаю и загружаю туда капусту. После повторного закипания воды бланширую примерно 3 минуты. Если любите очень мягкую, можете бланшировать 5. Нагрев выключаю, воду сливаю. Крышкой не закрывайте. Противень застилаю фольгой, блестящей стороной вверх. Смазываю фольгу растительным маслом. Выкладываю на него рыбу. Теперь смотрите, в оставшемся соусе я выкупаю тыкву. Если кто-то очень не любит тыкву, может взять морковь. Нет размаха в маленькой посуде. И раскладываю овощи. Капусту я ничем не смазывала, поэтому слегка полью ее оливковым маслом сверху. Да, если кто-то переживает, что не хватит соли, тыкву можно будет еще дополнительно посолить. А я сверху добавлю немного черного перца. Ставлю в духовку и минут через 5 режим я переключу наверх-вниз и убавлю нагрев до 180 градусов. И думаю, что общее время будет минут 15-20. Ну вот и все готово. Вот такой лосось в соусе терияки у меня получился. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита!
Очень вкусно. Я хочу сказать, что не только тем, кто любит тыкву, но и тем, кто не любит, рекомендую попробовать ее вот в таком варианте. Многие, кто пробуют, мнение свое о тыкве меняют. Ну, посмотрите, какая красота. И вот этот такой чуть сладковатый вкус, мне кажется, очень подходит. Пойду звать на ужин.